Всем здорово, с вами Ксал. Сегодня попытаюсь пройти два изи демона, фан и шифт. Кто помнит, 2 года назад у меня был стрим, на котором я хотел пройти эти два демона, но прошел только один. Меня так бомбило, особенно на 97%. Там такая жесткая волна. Короче, ребят, сегодня я ребитну шифт и пройду фан. Приятного просмотра. Вот он, наш первый красавчик, я его уже попрактиковал, и погнали. Нас встречает вот такая тарелочка. И кораблик. Декор тут очень напоминает АБТ. Не, ну в принципе, я думаю, я его быстро пройду, потому что я его уже проходил один раз. Блин, 36, я хотел прям сразу до дропа дойти и сразу с первой попытки все это пройти. А ну-ка, давайте с первой попытки. А, не, блин, я забыл, что тут надо прыгнуть. Так, сейчас главное не забыть. Все, let's go. А, блин, 50. Не, все-таки с первой попытки не вышло пройти это все. Надеюсь, хоть с третьей попытки я пройду. Или хотя бы рекорд сделаю. Рекорд сделал. На 4% больше. Так как? Опа. Опа. Не слей. Блин, 84. А я уже думал, что я пройду или на 97 солью, блин. Ладно, хотя бы не 97. Это уже хорошо. Изи, изи. Изи, все. Первый прошел. Не, ну ожидаемо, конечно, потому что я же его уже проходил. Все, изи, а я погнал вот этот фан. Сейчас попрактикуюсь и вернусь. Ну все, попрактиковался, и я погнал. И да, я использовал демо-версию, потому что оригинал мне лагает. Я думал, шифт будет лагать. А нет, фан лагает.
И да, с такой практикой, я не знаю, я, наверное, долго его буду проходить. Возможно, вообще в этой серии не пройду. Ну, я не знаю, все может быть. Ё-моё, 48, быстро-быстро. С третьей попытки, нормально. Блин, забыл туда, сюда же нельзя нажимать, боже. Опять забыл, только уже не в этом месте. Точнее, не в том месте, а в этом. Нет! Кстати, в LDM-версии легче запутаться, чем в оригинале. Так что не удивляйтесь моей тупости. Чуть не забыл. Нет! Ну, блин! Да как тут прыгать, а? Я не понимаю. О, наконец-то. Нет, не лагай. Нет! Так как тут прыгать? Я не понимаю. Ну что это за дуал такой, а? Нет, я забываю, что ж за тупая башка у меня, а? Не забудь. Нет, нет! This is a hot one, check it out.
Наконец-то! Наконец-то это прошел. Наконец-то. Было труднее, чем Shift, но тоже достаточно легко. Ладно, ребят, на этом наша серия заканчивается. Всем спасибо за внимание. А также не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!